Иди, иди сюда, я тебе подтяну, маску надо поправить. На. Попробуй, да, плотно, что я плотно сделал. Если будет, еще сделаю. Ослаблю. Ну давай, иди. Солнце. Вода течет на меня, лезет. Ну вот, я сижу без всякого навеса, без ничего, под открытым солнцем. И не сказать, что прям сильно печет. Нормальный морской бриз такой. Оно незаметно, конечно, так сгореть можно очень быстро. Но если знаешь это все, кто приехал, нельзя долго на солнце находиться. Первый раз на солнце на открытом минут 15, там 20 максимум. Потом чуть подольше, потому что часик посидите, будете красными, и все. И сгореть запросто можно. Солнце вот такое. Оно вроде так не ощущается, кажется, ничего, нормально. Вон покатались, приехали люди уже обратно. Олеся, он ныряет. Ну как? Видно что-нибудь? Блин, ну куда ж ты кидаешь? Меня не попало. Ну, пакеты. Люди бросают. Здесь уберут, ходят, убирают. Я тут нырял как-то несколько лет назад. Тут утром пришел, маску взял. Тут столько заколок разных, чего-то, ласты, там, маски, тапочки, чего только тут нету. Но народу здесь очень много. Центральный, я же говорю, пляж, можно сказать. На дне чего только нет. Полно всего. Видно рыбок? Есть? Блин, я намочилась. Медуза, щупальца, видишь такие? Они точно не кусаются, тем более это. Щупальца не надо брать. Я вот сейчас взял за щупальца. Бери за купол. Вот ты за купол держишь. Щупальца, они тут стрекательные клетки сжечь может. Надо потом хорошо-хорошо вот так вот помыть руки. В глаза только смотри, не три. Чтоб в глаз не попало. Потому что жечь будет, печь будет. Все, отпускай ее, давай. Дай. Пусть плывет. Руки помой хорошо. Вот так вот, а песок. Все, из глаза пока руки не три. Вот ребенок занимается ловлей медуз, да? Я хочу еще вон тот, который была медуза огранена. Ну ты, да мама видела их, эти медуз. Ты это, маску одень, и в маске хорошо их видно. И большую найдешь, вытащишь. Глубоко только не заходи. А что вот это за фиолетовое? Это у них глаза такие. Это глаза. Там и рот, и глаза. Они хищники, медузы, они кушают. Зооплангтон, рыбок маленьких. Блин, лезет. Ты поаккуратнее можешь немножко. Не могут что на себя сесть? Нет. Увлекательные морские прогулки, ребят, всех приглашаю. Встречи с дельфинами, прогулки на яхтах и катерах. Трехчасовая рыбалка. Так отдыхаем. Тогда вот это считается. Нет.
Вот мы как раз на пляже, вот самолет взлетел прямо над нами, над головой. Полетел. Можно покачаться, вот, посидеть. Сейчас пойду. Блин. Ой, хорошо. Нормально. Да. Ну вот сидим, качаемся, отдыхаем. Можно сюда сесть? Ну ты мокрая, не надо. Но тут это мягкое. Промокнешь, промокнешь, люди потом будут как. Хорошо. Пляж хороший здесь. Я же говорю, я вон там вырос, вон там, чуть дальше вот. Сюда постоянно ходили, вот отсюда, потом подойду ближе. Вон она, вот стоит детский садик бывший, это сейчас армянская школа. И вот оттуда я ездил на велосипеде, сюда сестру забирал из садика. Вон там чуть дальше, вон, где вот желтый дом, за желтым домом чуть дальше, вон там высотки сейчас построили, их сносят уже. Две штуки их сносят, ломают. Вон уже видно, верхние этажи ломают. Незаконная постройка, прямо на берегу моря. И там рядом с ними прям наши дома стоят, два дома, сталинки. Вот, и друг там живет еще, мой друг детства. Надо сходить как-нибудь в гости, собираюсь. Вот этот причал дальше, вон он, оттуда мы прыгали, ныряли. С разбегу, с двух, со второго этажа. Высоко. А раньше не страшно было, ничего, прыгали. Так что этот пляж, эти места, конечно, все это. О, на берегу моря что-то вырос, хочешь. Лесик, давай, все. Маску-то сними. Зачем она тебе? Высыхаешь и пойдем. Нет. Лесик. Мама сейчас выйдет, и мы... Пойдем. Я хочу сходить, дяди там ловят рыбу. К ним подойти хочу. А? Я тебя что, оставлю одну что ли? У ребенка одно, лед. Лед купите. Больше ничего не надо. Для счастья. Ну хорошо, хорошо, все хорошо. Хорошо. Ну вот я показываю пляжи, да? Это сегодня 10 число. 11. 11? Вчера было 10. Вот. Это вот центральный пляж Адлера. Ну, это как центральный? Ну, можно сказать центральный, но рынок находится отсюда. Вот две остановки отсюда рынок. Вот. Там народу побольше, конечно, чем здесь. Ну вот. Находится. Так что. А вот. Что такое тебе сказали? Лесик, дай мне хоть объяснить немного. Народу не так уж и много. Еще свободно. Вот в июле придем и в августе. Вот здесь будет битком. Я помню, когда мы приезжали сюда в августе, в часов 10 утра, это уже поздно, часов 9 уже народ идет, уже народу много. А в 10, я на машине сюда заезжал, здесь заезд, дорога была, сейчас закрыли. Подходишь, места нет, ищешь место, где просто сесть. Битком, народу полно, вот сейчас еще никого нет, ну нормально. Ну, в центре Адлера, конечно, где рынок, в районе рынка, там народу побольше уже, да. Заметно. Здесь еще свободно, пожалуйста. Это общественный пляж, свободное посещение.
аттракционы тут, ну кое-что, лежаки платные там, кое-что еще там, услуги какие-то дополнительные есть. А так свободно купайся, отдыхай тут. А вот другие пляжи, вот санаторий, ты туда уже не попадешь. Без санитарной книжки никто не пустит. Ни на территорию санатория, ни на пляж санатория никто тебя не пустит. Вот так вот. Вот такие дела. Так что, кто берет отели там небольшие где-то и думает, что есть какой-то свой пляж. Нет, своего пляжа нет. Это редко бывает, за редким исключением. Море, как говорится, не поделишь на маленькие кусочки. По 10 метров каждому пансионату и санаторию. Так что крупные санатории имеют, которые им непосредственно находятся возле моря, они имеют свой пляж. А то не все. Об остальных там отелях, гостиных домах вообще речи нет. Общественный пляж. В разгар сезона, июль-август, народу очень много. Это правда. Особенно вот курортный городок, район курортного городка, Чкаловский вот этот район. Там жилье чуть-чуть дешевле, чем в центре Адлера. Подешевле, конечно. Вот. Там народу очень много. Мы как-то вышли, мы же купаемся в санатории пансионат «Весна». Ну, я же сказал, бесплатно проходим там, в смысле, по книжкам. Что я говорю? По паспортам. Можно проходить в любой санаторий на пляж. Показал ксерокопию паспорта и все. Отдыхающим нельзя, только вот общественный пляж. Или прикрепленный пляж, где они отдыхают, санаторий какой, где они в каком отдыхают санаторий. Вот. Ну, короче говоря, вот то, что люди не думали, чтобы не думали, ну да, есть места, где более-менее свободно, есть там, где народу очень много. Так что не захочешь. И мы один раз пошли в курортный городок на общественный пляж летом, это было где-то август месяц. Мы как вышли, мы как посмотрели. Это вообще не передать. Там же места вообще нету сесть. Там стоять, если только это стоять, и то там невозможно, как там люди купаются. А пансионат «Весна», пляж. Прошли, там никого нет. Вот есть видео у нас. Пляж пансионата «Весна». Никого. К вечеру вообще все расходятся. В 7 часов вечера вообще там никого нет. Вот сидим. Ребенок загорает. Я тоже так прекрасно. 3 часа сейчас. 3:15. Не жарко. Мере легкий, приятный. Морской воздух, такой ветерочек, запах моря, абсолютно. И не хочется домой даже идти. Чего? Сейчас уже не 3:15. Ну, 3:20, ничего, по разнице. Сейчас мама уже через 40 минут выйдет. Ты уже купаться не будешь? Ну, если будешь, иди ныряй давай. Переоденешься, вон, раздевалки есть. Помню, на велосипеде тут ездили по набережной, вот этот, за сестрой. Сейчас бутылок мало бьют, стеклышки какие. Раньше полно разноцветных было. И вот раньше кефаль валялась, кефаль выбрасывала после шторма. Едешь прям, вот такие здоровые кефалины, большие. Дельфины.
находили мертвых. Вот, на. Ну давай, собирайте это. Иди, ныряй. Знаете, как хочешь. Раз бегаю, как хочешь. Ну что, вылазь, пойдем. Пойдем, вылазь. Выходи, давай, все. Ну. Потихоньку научишься плавать. Ну, как он поедет, интересно. Поехал с ребенком. Я катался тоже на таком. Да, ощущения, конечно. Просто не передать. Такое класс, такие повороты берет. Ух, адреналин какой. Квадроцикл, это да, сильная вещь. Чего? А? Рыба. Ну все, давай, рыба, давай. Высыхаем. О, ребенка никак не выгоню из воды. Черное море, вода не такая соленая, как в Средиземном море. А в океане более соленая. Еще более соленая. Акулы здесь не живут в Черном море. Черноморская акула Катран вот единственная. Или собачья акула. Да. Раньше их очень много было. Отец на рыбалку пойдет. Приносил по две, по три штуки. Печень очень полезная. Брали печень. А то бывает пропадала так. Их едят, кушают этих акул. Они не имеют запах и привкуса мяка, как другие акулы. Катран. Она до 2 метров, она безобидная. На человека не нападает. Дельфинов у нас 2 вида дельфинов. Афалина, крупный дельфин, и белобочка, чуть поменьше, но его мало. Белобочки очень мало. Я редко, когда его видел, там вообще редко. И все, и в Азовском море дельфина зовка маленький живет. Ну, такие дела. Маленькая история, маленький рассказ про фауну Черного моря. Походу будет, будем, я вот в Хосту поедем. Крабы, у нас несколько видов крабов. Сейчас уже слышал, что в Красную книгу занесли. Как каменный краб. Очень крупный, он самый большой у нас. Каменный краб. Кости они большие, огромные, вырастают. Мраморный краб, их очень много. Песчаный краб, голубой краб. Прямо аж есть сиреневого цвета такой краб. Вот я поймаю, покажу, расскажу. Но это будет через недельки 2-3. Когда море будет нормально, чтобы можно было плавать. Находиться в море.
час искупаться можно и выйти быстро, но долго не поплаваешь, все-таки еще вода. Это ребенку вон она. Не вытащишь. Так, Лесик. Лесик. Как будто не слышит, да? Давай быстро. Воробей. Не боится, прям рядом. Ищет крошки какие-то. Вот раздевалки вот такие. Душ есть. Вот он, душ, пожалуйста. Отдыхать есть место вон от солнца, чтоб... кому солнце вредно или кто не хочет на солнце быть. Вот мы вышли с моря. Вот здесь раньше дорога была. Просто была дорога. Сейчас закрыли проезд. Вот здесь я машину оставлял. Здесь вот прям. А вот велосипедную дорожку сделали. Ну вот так вот облагородили. Вот оно здание детского садика бывшее. Сейчас это школа армянская. И все. Вот это вот армянская школа. Дальше бриз был. Уже переименовали. Все изменилось. Вот так вот. Ладно, пошли мы. Мама уже выходит встречать. Кафе здесь. Как кафе, столовая. Мы когда на огонек ходили, купались. Здесь музыка живая. Здесь, конечно, проведено времени много. И здесь, и на этом пляже. Историй разных можно рассказать много. Идем на остановку Южное Взморье. Вот здесь столько машин. Вот такой забор сейчас сделали. Раньше были решетки металлические, прутья такие, квадрат. Мы через них пролазили. А в одном месте вот здесь расширено было. Мы все время пролазили на территорию санатория. Здесь парк аттракционов. Здесь поля киви. Кусочек остался. Убрали много очень. Там стадион построили. Какой-то там, как сказать, тренировочный какой-то стадион футбольный, поле. Ну, это еще перед видно, перед чемпионатом мира. И очень большие поля киви здесь были. Сейчас вот сократили. Осталось немного. Тут как бы выращивают его селекционно этот. И тут магнолии. Тут очень... Это старая-старая аллея. Мы сюда бегали всегда на 9 мая, я помню, салют ждали на аттракционах всегда. Вот. Был салют. А сейчас он бесконечный, этот салют у нас возле парка. Стрельба. Вот старый забор. Бетонные прошли, вот он старый забор. Вот. Были когда маленькие. Лесик, иди сюда. Попробуй, голова пролезет, но не пролезет ее, наверное. Проходит? Нет. И вот там в одном месте вот это расширено было. И мы пролазили. Это старый забор, кусок остался. Ну, сейчас камеры, конечно, тут понаставлены. Все это, конечно, закрыто. Остался старый забор.
эвкалипты. Вот он перекресток, все время здесь пробка. Постоянно здесь пробка. Южное море, вот здесь перекресток, все время. Вот такие эвкалипты. И вот выходим. И к остановке идем. Раньше в Сочи очень много было эвкалиптов, потом зима холодная была, до 15 что ли, рассказывали. И померзло очень много, единицы остались. На той стороне магнолии, он полно, цветов полно, и вон полно, и все в цветах, магнолий полно, магнолий очень много. И они растут быстро, и цветов много, так что, кто переживает за цветочек, не надо переживать. Мы не огневки. Как говорится, они бабочки, которые уничтожают все. Ничего не случится с деревьями и с цветами, все будет. Это вот завезли бабочек разных, они пожрали все. Эвкалипт жрать стали вот сейчас. Лигустру жрут, самшит уничтожен полностью, краснокнижных растений много тоже. О, цветов столько, белое все. Туда не каждый залезет высоко, а туда надо лестницу ставить. Если каждый турист, или как там написали, сорвет, ну попробуйте. Тут надо пожарную машину, чтобы сорвать каждому. Вот старая остановка, ее не меняли, это все старое. Это тоже старое. Вот это все старое. Вот так, обратно магнолии, снова магнолии. Это адлер. Запах аж туда идет, цвет цветов. А сколько в Сочи их? Вообще. Уже отцветают потихоньку. Самому не видно, где она есть. Вон они какие. Зашли с этой стороны. Будем сейчас звонить. Отдыхающие вовсю уже ходят. Мы привыкли к этому и как-то нормально для нас. Ну, сейчас, конечно, стало тяжеловато немножко. Раньше летом, да, нагрузка летом. Зимой город отдыхал, а сейчас и зимой. Сейчас не чувствуется уже этого. Народу полно. Ладно. Вон мама идет. А? Не понял. Ну вот остановка. Куда вы пошли? Не знаю, что. А что, вы туда пойдете? Так мы тебя встречали здесь-то. А, ну тебя-то не было. Интересно, вон остановка. Я знаю, что вон остановка. Подержи. Подержи. Сейчас. Слушай, что за психоз? Тормози. Он какой цветочек. Понятно. Он. Какие возгласы. Неправильно пойму. Вон сколько, я говорю, тут надо лестницу высокую, чтобы сорвать цветочки. Переживает народ, что мы. Вот это уже растет. Слушай, это не должно. Папа! Здесь подороже, да? Квас или подорожал, или не знаю. Подорожал. Квас, короче. 0,2 стоит 25 рублей уже. Пол-литра стоит 60 рублей. Сезон. Чем дальше, тем дороже будет.
Может, уже 30 скоро будет, через месяц. Ну что?